Молодые предприниматели Самары поделились историей своего успеха на бизнес-завтраке с министром Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Особый интерес у руководителя федерального ведомства вызвали результаты деятельности начинающих бизнесменов на рынках промышленного туризма и онлайн-образования. Он отметил Самару как регион, где успешно развивается федеральная программа «Ты предприниматель». Так, в прошлом году из 9000 участников проекта успешно прошли обучение более 3000 человек. Из них свое дело появилось у каждого десятого. Большинство выпускников этой программы – вчерашние студенты самарских вузов. Есть примеры, когда молодому бизнесмену удалось достичь ежегодного оборота в 150 миллионов рублей. Наша задача – смотреть у кого что получается, как-то помогать, как-то поддерживать лучшие практики, потому что эта самарская область здесь выделяется очень положительно среди многих российских регионов. И вот, такие цели мы все перед собой ставим.